вы первый раз на клубе ораторского искусства, правда? Да, правда. Чего вы ожидаете этого мероприятия? Будут учить ораторскому искусству, чему-то научусь, что-то подчеркну. Я пришел сюда на занятия, я пришел сюда на практику, в первую очередь. Надо регулярно ходить и повышать свои навыки, мастерство, пробовать экспериментировать, отрабатывать те или иные направления. Так, ребята, это Денис, он сюда пришел экспериментировать. Имейте в виду все. Я ожидаю новых впечатлений. Например, каких? Например, положительных. У нас один парень экспериментирует. Экспериментирует? Да. Ну, возможно, так как я психолог, я люблю экспериментировать. О! Как зовут? Настя. Настя, скажи, пожалуйста, почему ты здесь? Как это почему? Я хочу совершенствоваться в ораторском искусстве. А зачем? Ну как это зачем? Мне нравится, когда меня слушают. Это классно. Привет. Слушай, скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. 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 Саш, я слышал, ты организатор всего этого, это правда? Да, есть такое дело. Ты собрал всю эту тусовку? Прикинь. Нифига круто, слушай. Мне тоже нравится. Как ты держишься? Сколько ты уже лет это делаешь? Почему ты еще не перегорел? Уже больше 2 лет, получается, каждое воскресенье уже там далеко за 100 встреч этих клубов прошло. И причем я стараюсь каждый раз делать что-то новенькое придумывать, чтобы не повторять часто того, что уже было в клубе. Ты доволен результатами своих учеников? Конечно, у людей есть прогресс, особенно если человек ходит постоянно, мы это можем заметить, вспомнить его первые моменты в клубе. И... Да ты сам, Коля. А ты я что? Ты больше года ходишь сюда уже. Ты очень сильно вырос за это время. Очень сильно. Ты сам это правда. Ты сам этого не замечаешь, но со стороны это очень заметно. Замечаю. Замечаешь? Я расту. Да. Ладно, спасибо тебе за курс. Спасибо тебе, что вырастил меня. Прям приятно тебе это слышать.